пятницу в Самарской области облачно, возможен дождь. Плюс 18 днем, ночью 13 выше нуля. Ветер северный 3-6 метров в секунду. В Сызрани ясно. В дневное время плюс 20, ночью плюс 14. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, днем плюс 19, ночью плюс 14 градусов. Северо-западный ветер 4-8 метров в секунду. В Самаре малооблачно, небольшой дождь. Днем плюс 19, ночью 12 с плюсом. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 67%. Температура воды в реке Волга плюс 20 градусов. Геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.